прикол, какая-то записка. О, вкуснятина. Какой дурак будет есть яблоки, когда тут целая тарелка мяса? И чё? От того, что я это съем, я чё? Играть согласилась? Ерунда какая-то. Я в такое не верю. Подписывайтесь на канал и еще ставьте лайк. Так, я все придумала. Сейчас, если мы на этом видео соберем 50 тысяч лайков, то я... Киса, Алиса, погоди, чего опять, Софи? Ты видела, какое Ане пришло жуткое сообщение от странного человека, и она с ним переписывается? Ну да, на нашем общем канале Magic Family. Аня рассказала, что он ей написал, этот странный человек. Надеюсь, он не какой-нибудь очередной маньяк. А вдруг? А, ужас. Зачем ты о таком думаешь? Надеюсь, Аня с ним разберется. Так что я говорила? 50 тысяч лайков, подписывайся на канал. Киса, Алиса! Ну что опять? А ты случайно не знаешь, где Юмичу? Точно. Где Юми? Она встает раньше всех и, по-моему, собиралась на прогулку. Но она уже должна была вернуться. Да, странно. А вдруг с ней что-то случилось? Давай ей позвоним. Иногда, Софи, тебе даже приходят хорошие идеи в голову. Так, ладно, я пошла за телефоном. А что это иногда? Юмичу, ты где это? Я проснулась в жутком чужом доме и ничего не помню. Вообще ничего. Помню только то, что я вышла гулять на улицу. Там была записка, хочешь сыграть со мной в игру? И что ты ответила? Я просто поела мясо, но там было написано «да». Капец, Юмичу, сколько раз Аня тебе говорила, нельзя играть в игры ни с какими незнакомцами. Видимо, там была снотворная, и ее похитили. Тебе надо оттуда выбраться. Как? Спокойно, мы тебе поможем. Что ты видишь вокруг? Сейчас посмотрю, тут рядом с диваном надпись «Ты согласилась». Жесть, что мне теперь делать? Так, спокойно, возьми себя в лапы. Что еще ты видишь? Еще тут есть стрелки от дивана черно-красные, которые куда-то ведут. Может, по ним пойти? Стой, Юмичу, по стрелкам не иди. Это может быть ловушка. Попытайся найти дверь. Киса, Алиса с тобой, а я пойду попробую определить геолокацию твоего телефона на компьютере. Тебе надо оттуда как-то сбежать. А то мы не знаем, кто затеял эту игру и чего от него ждать. Я нашла дверь, но она заперта на ключ. Так что выйти через нее я не могу. Ладно, тогда придется идти по стрелкам. Ох, ну и вляпалась ты, покемон. Такс, эти стрелки ведут вот к этой штуке. Что это? Судя по всему, это просто подсвечник без свечки. И что дальше? Что нам с ним делать? Я поняла. Чтобы выбраться из комнаты, тебе придется разгадать загадки. Что еще там есть? Еще я нашла вот такую большую круглую штуку, а в ней какие-то шары и вот такая бумажка. Со знаком вопроса. Больше на этой бумажке ничего нет. Возможно, на место бумажки нужно положить третий предмет. Такой же шар. И где я его возьму? Надо хорошенько внимательно оглядеть помещение. Что еще ты видишь? Диван, на котором я сидела. Напротив него стол. На столе пульт от телевизора и стрелка. И еще один подсвечник, только со свечкой. Еще тут есть кресло, какой-то светильник, коврик для йоги, какая-то всякая ерунда, короче. А с другой стороны, тоже какой-то комод, на нем тоже какая-то ерунда. Короче, ничего не понятно. Рядом с креслом есть вот такая свечка, и написано, куда укажет огонь. Куда он может указать, если она не горит? Все правильно, Юми, надо зажечь свечи. Чем? Пока не знаю. Но раз стрелки вели к этому подсвечнику, надо найти для него свечку. Точно. Ищи лишнюю свечу. В этом есть какая-то логика. Может, мне наши подписчики-мальчики помогут? Да. Ребята, обязательно смотрите внимательно на все, что показывает Юмичу. Вы можете что-то заметить, чего не замечает она. И помочь нам разгадать загадки. Пишите комментарии. Ладно, ищу подходящую свечку. Эти три точно не подходят. Они слишком большие. Где еще тут может быть лишняя свечка? Юмичу, мимо прошла. Будь внимательна, иначе мы ничего не разгадаем, и ты оттуда не выберешься. Да, но она огромная, прямо в этой чашке, она не подходит. Эта тоже просто огромная. Она туда не влезет. Может быть, вот эту достать? Слушай, раз тут тарелка, попробуй нажать на пульт. Ладно, сейчас попробуем телек включить. Не включается. Видимо, это тоже еще одна загадка. О, я нашла еще два маленьких подсвечника. Со скелетами, жуткие. И вот тут не хватает одной свечки, может эту забрать? Мне кажется, нам нужна именно лишняя. Ну так она лишняя. Хотя, тут вот рядом стоит еще одна. И видимо, это набор. Не подходит? Юмичу, а что в той клетке-светильнике? О, кажется, там красная свечка. И по-моему, не только свечка, но и подсказка. Точно. Давай, доставай их оттуда. Надо как-то его уронить. А как залезть-то? Ручку отогни. А, точно. Ну что там? Тут у нас красная свечка и какая-то странная бумажка. Вообще непонятно, что это. 8 черных полосок и одна с красной точкой. Это подсказка. И она, видимо, означает, что всего нужно найти 8 свечей. Ясно. Давай вставим эту свечку сюда. У нас есть еще 8 свечек в комнате, но все они не горят. Нам надо их чем-то зажечь. Где-то здесь должны быть спички или зажигалка. Ищи, Юмичу. Я без понятия, где их искать. Тут под тумбой ничего нет. И под диваном тут тоже ничего нет. На диване? Под подушками нет. Здесь тоже. В одеяле тоже нет. А ты не пробовала выбраться через окно?
На окне решетки, оно закрыто. Какое яркое солнце. Значит, у тебя там утро. О, может, спички есть в этой штуке? Ну-ка, достань-ка ее. Тут какой-то черный сверток. Ну? Это просто большая черная сумка, и спичек тут нет. Юмичу, обернись. Куда? Назад. Он что, пришел за мной? Нет же, подписчики написали, что спички прямо под лампой. Как мы раньше не заметили. А я, Юмичу, не смогла найти твой телефон по геолокации. Я подумала, что ты в таком месте, где связь не ловит, а потом нам на почту прислали вот такое видео. Видео с окнами подвала какого-то очень старого дома, и там еще есть дверь. Видимо, ты там, Юмичу. Ладно, давайте скорее, я хочу отсюда выбраться. Это он вас шантажирует. Это спички. Но коробка-то нет. Может, коробок на полке, тут батарейки, провода... Ничего нужного. Наши мэджики-подписчики пишут, что на лампе есть что-то странное. Лампа как лампа. О, тут за провод зацеплен коробок. Но из дивана я до них не дотянусь. Посмотри, куда ведет этот провод. Надо как-то дернуть за него. Он ведет за диван. Значит, иди за диван. Он ведет куда-то дальше. Тут я точно не смогу его отключить. Я видела розетку над диваном. Ага. Давай скорее, тебе нужно быстрее выбираться оттуда. Киса, Алиса, ты гений. Сейчас я выдеру его из розетки, он отвалится и коробок упадет. Готово. Скорее. Так, и что теперь делать? Иди скорее, зажги красную свечу, как на подсказке. Точно, ща. Но ее огонь никуда не указывает. Дверь не открылась и ничего не произошло. Что же делать, как спасти Юмичу? Тут подписчики написали. Что? Что надо зажечь все свечи и посмотреть, куда указывает каждая. Как скажете, это указывает в потолок, но там ничего нет. Значит, другие. Эти три вообще в полку. Там на полке какой-то кристалл. Но я до него вообще никак не дотянусь. Эта большая тоже указывает только на потолок. Посмотри внимательно, точно нет ничего на потолке? Нет, и эти две тоже никуда не указывают. А зеленая указывает на полку. Проверь, что там на этой полке. Там куча всякого хлама. Юмичу, здесь каждый предмет может иметь значение и пригодиться для чего-то. А что это за бумажка? На ней написано «Turn your face to the sun and you will never see shadow». Я не знаю английский, я плохо в школе учусь. Я тоже. Ох, бестолковые. Это значит, поверни голову к солнцу, а солнце у тебя в окне, и ты никогда больше не увидишь тень. И что это значит? Что там такого в стороне окна? Ну да, там солнце. Видимо, загадку с солнцем придется отгадать позже. А что там еще на полке есть? Пара гигантских батареек. Мы совсем забыли пора пульт к телевизору. Но пульт не работает, и батарейки эти точно не для него. А может быть, пульт-то работает? Он указывает на телек, а свеча указывает на батарейки. То есть, может быть, пульт работает, а не работает телевизор. Надо вставить в него эти батарейки, да? Точно, попробуй. И проверь, включен ли телевизор в розетку. Так, сейчас попробуем заново включить телек. Ну что? И включился, смотрите. И что это? Это ребус. Наши мэджики-подписчики тут же его разгадали. У утки убираем две последние буквы. Остается ут, добавляем юг. Утюг. Так, с утюг я тут в углу видела, он у нас точно есть. Но зачем он нам? Он упирается в провод, который идет наверх к шару. Ах, вот оно в чем дело. Та подсказка на английском про солнце. Надо было посмотреть на солнце в окне и увидеть этот золотой шар. Ладно. Но у нас проблема. Тут нет розетки, в которую его включить. О, какая жуткая тут стоит картина. Там есть удлинитель на полке. Киса Алиса, какая ты внимательная. Сейчас я его достану. Точно, надеюсь, он подойдет. Не подойдет, нужен переходник. А переходник в тарелке с монетками. Отлично, пробуем. Включилось. Теперь ставим в розетку. Он сейчас нагреется, провод лопнет и шар упадет на пол. Надо скорее, там кто-то идет. Ура, готово. Это что значит, мы разгадали загадку? Смотрите, в шаре лежит ключ прямо внутри. Надо его теперь как-то открыть. Попробуй его раскрутить, это же клубок. Нет, мне кажется, это невозможно. Как же достать оттуда ключ? Это точно ключ от этой двери, и я смогу выбраться наконец-то. Погоди, положи его в то место, где был знак вопроса. Может, что-то изменится. Ну что? Дверь закрыта на ключ, мне нужно его достать. Мэджики-подписчики заметили, что там что-то еще закопано. Ага, я вижу. Сейчас я это выковырю. Еще одна какая-то бумажка. Нескончаемые подсказки. Когда же уже это закончится? Что это такое? Это что, киса Алиса? Непонятно. Нет же, это что-то другое. Ну все, мы не разгадаем никогда загадку, я останусь в этой комнате навсегда. И что-нибудь этот маньяк со мной сделает. Погоди, Юмичу, не паникуй, это же лев. Мэджики написали, что лев на кресле. Точно, ура! Только что мне с этим львом теперь делать? Может быть, в нем внутри что-то есть? Юми, обернись сзади! Что это такое? А ну-ка! Так, у меня есть нож! Давай, расковыряй этот шар ножом, он тебе поможет вытащить ключ! Готово! Осталось открыть дверь! Замок очень высоко, мне надо дотолкать кресло до двери! Давай, Юмичу, поторопись! Ты совсем скоро выберешься оттуда! Сейчас я открою замок ключом! Готово! Давай, Юмичу, беги! Но это не та дверь, которую вам присылали в видео! Это не дверь на улицу, это дверь в другую комнату! Как это? Да блин! И здесь опять закрытая дверь! Тупик и загадки! Вот капец! То есть ты не выбралась? Помогайте мне разгадывать их, потому что мне нужно отсюда выбраться! Я слышу, как за дверью кто-то идет! Я слышу шаги! Я,
Я тоже слышу. Юмичу! Юми! У Юми выключилась камера. Неужели это конец игры? Нет. Она все еще там, значит, мы можем ей помочь. Смотри, Софи, на Юмином экране загорелось. Такс.